13 февраля в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» прошел районный этап городского конкурса «Голос юнармии». Конкурс нацелен на патриотическое воспитание подростков и молодежи, выявление и развитие их творческих способностей и талантов, укрепление гражданской позиции воспитанников военно-патриотических отрядов движения «Юнармия». Каждый год в стране проходит этот захватывающий и волнующий конкурс, который объединяет молодых талантливых исполнителей со всего государства. Это событие не только поднимает патриотический дух и гордость за свою страну, но и показывает потрясающее музыкальное мастерство молодежи. Участники этого конкурса — юные солдаты, которые не только обладают великолепным вокалом, но и испытывают глубокую любовь к родине. Их выступления наполнены яркими эмоциями. Конкурс «Голос юнармии» — это не просто музыкальное состязание. Это возможность для молодых людей продемонстрировать свой талант и преданность своей стране. Песни о родине, службе и дружбе звучат на сцене конкурса, напоминая всем о важности патриотизма и службы на благо общества. И каждый участник этого конкурса, будь то девушка или юноша, рассказывает свою собственную историю через музыку, заставляя зрителей поверить в силу единства и любви к родине. Конкурс не только открывает новые звезды на музыкальном небосклоне, но и вдохновляет всех нас быть лучше, преданными своей стране и талантливыми в своем искусстве. Таким образом, конкурс «Голос юнармии» — это не просто шоу, это праздник музыки, патриотизма и таланта. Это возможность для молодежи проявить себя, вдохновить других и показать, что любовь к родине может быть выражена через прекрасные звуки и потрясающие выступления. На оценку жюри было представлено 11 вокальных номеров из общеобразовательных организаций Советского района. Соло, дуэты и хоры. Все конкурсанты показали высокий уровень подготовки. Останутся в наших сердцах.